По выниках минулого года Мазырщина стала одним из самых криминогенных районов в области. Только за убийство тут зарегистрировано 15, это самый высокий показчик в области. На протягу года рост этого вида злочинства плюс 650%. Статистика свечит, как правило, злочинство супроть життя и здоровья громадян здесняются люди, которые нигде не працуют, зловживают спиртными напоями. Значная частка их ранее притягивалась до криминальной отказности. До речи, у том же Мазырском районе, после вызволения из места узняволения, праца уладковывается только около 10% былых осужденных. Нельзя сказать, что об асоциальном ладе життя таких людей никто ничего не ведая, але часто домовиться помеж собой об скоординованных деяниях по профилактике злочинности разные ведомства не могут и просто не ожидают. Только один факт. Летость на Гомельщине зарегистрировано больше 90 злочинств, у тем лику 4 забойства, которые здесь психично хворые люди. И они повинны были находиться на специальном улику и под постоянным доглядом, але оказались никому не подконтрольными. Правда, шукать виноватых на этот раз никто не собирался. Во час посяджения означается, сегодня самое главное – выпрацовать алгоритм совместной работы по профилактике злочинности. На уровне райисполкома, на уровне РОВД, именно на районном уровне, в принципе, работа есть, и она, ну, как проводится. Где-то недорабатывает участковая служба милиции на низового уровня и селисполкомы. Советы охраны правопорядка, общественные пункты охраны правопорядка тоже недорабатывают. Вот почему и ситуация. Выработан сейчас в настоящее время прокуратурой района алгоритм действий. Особливая увага профилактика у сферы семейно-бытовых отношений. Миновито у семьи здесняется каждое третье тяжкое злочинство. Причем тычется это как мужчин, так и женщин, которые так само нередко заявляются забойцами и наносят тяжкие телесные пошкоджения. Для обороны потерпелых проводятся горячие линии и открываются так званые кризисные покои. У их могут сносить часовый притулок громадяне, которые потерпели от насилия. Иншая справа, что не все погоджаются звертаться за допомогой. Некто задержит от злочинца материально, некто боится физически. Расправы. Навод при отсутности заявы с боку потерпелого прокуроры могут возбуждать криминальные справы, але робить это далеко не заусёды. Хоть по великим рахунку, усё это следство, главное ликвидовать причины, причем працевать в этом накерунку необходимо больше рашуче и усим затекавленным бокам. От правоохранных органов до установ охова здоровья и эдукации принятие плана совместных деяний бодай главный выник координационной нарады. Основными причинами и условиями, способствующими совершению преступлений против жизни и здоровья граждан, являются пьянство, незанятость, бытовая неустроенность. Реализация комплексных мер воздействия, таких как ограничение в дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и ставящих свои семьи в тяжелое материальное положение. Направление в лечебно-трудовые профилактории, возбуждение уголовных дел превентивной направленности. Олег Синтюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.